Приветствую вас, и значит, кто-то или что-то заставляет вас это делать. Причем, что интересно, делаете вы это также для чего-то. Необходимо проанализировать и найти, почему вы это делаете, для чего вы это делаете, и просто-напросто нащупать контроль в этом и всем. По сути. Навязчивость представляет из себя противоречивую категорию, в которой причудливо сочетается, с одной стороны, некая потребность, которую вы пытаетесь удовлетворить, с одной стороны, с другой, напротив, некую вынужденность. То есть я вынужден, как бы говорите вы, делать вот то, что я делаю, да, по много раз в день, и, соответственно, делая это, я чувствую ужасный негатив, да, делаю это, я чувствую себя несчастным и несвободным. Вот. Что здесь по факту, да, нужно сделать? По факту нужно разобрать субъективную и объективную сторону того, что вы делаете. Вот. И тогда я полагаю, что ситуация будет для вас изменена в лучшую сторону. Ну, по крайней мере, совершенно точно, что лучше, чем то, что есть у вас на данный момент сейчас. Вот. Это то, что я могу сказать. Если говорить о том, что вам делать, то выбирайте себе психолога на нашем ресурсе и начинайте работать, потому что сами вы скорее всего, с этим не справитесь. То есть у самого у вас, скорее всего, не получится. Значит, с этим справиться, потому что происходит данная история на чисто интуитивном уровне. Вот, то есть вы даже не осознаете, откуда подобные истории берутся. Вот. Поэтому я думаю, что это для вас единственный выход. Если же с этим не работать, то это может развиться и перерасти в более серьезную форму, тогда вам уже потребуется более серьезная помощь. А, вот. Значит, вот вы пишете, да, что вам это мешает. А насколько сильно вам это мешает? То есть совершенно очевидно, что раз вы продолжаете это делать, значит, несмотря на то, что мешает, вы, в общем-то, допускаете для себя, допускаете возможность пожертвовать. То есть вы допускаете этот факт, что все-таки, вот, несмотря на то, что вам это мешает, да, вы все равно будете это делать. Вот я вас не обвиняю, просто говорю вам о том, как могут обстоять дела на данный момент. Вот, хотел бы, чтобы вы отдавали себе в этом отчет. Вот. А, пожалуй, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы,
пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.